У школьников республики сейчас каникулы, продлятся они неделю. А вот как дальше будет проходить учебный процесс, рассказала первый заместитель Министерства образования и молодежной политики Чувашии Алевтина Федорова. Каникулы у нас проходят в штатном режиме по тем графикам, которые были приняты в образовательных организациях. Такая же картина, можно сказать, почти на всей территории Российской Федерации. У нас начинается учебный процесс, но в иной форме. Дети, находясь дома, получают от учителей задания. Эти задания они получают через электронные журналы или другие формы. И, соответственно, их выполняя, направляют обратно образовательную организацию своим учителям. Родители, чьи дети обучаются в начальных классах, по своему усмотрению могут детей отправить в школы. Учителя будут их принимать, с ними проводить уроки.